Добро пожаловать в город Белгород, деревянный офис компьютерной мастерской Happy PC. И сегодня, друзья, мы с вами будем делать кое-что. Кое-что, с одной стороны, обычное, с другой стороны, необычное, потому что делать это буду не я. Я теперь как оператор. Что значит как оператор? Я теперь оператор. Потому что оператор Данька, вон он там сидит. Он там уже монтирует несколько роликов. Соответственно, не будем его отвлекать и сделаем все самостоятельно. Что мы здесь делаем? Вон там, кстати, Ваня какую-то красоту делает. Вон там Никита сборочку собирает. А вот непонятный парень. Непонятный парень. Давайте сегодня с ним что-нибудь замутим хорошее. Молодой человек, здрасте. Давай кулачок, давай кулачок. Ты уже неоднократно к нам забегаешь, к нам ходишь. Компьютер у нас свое дело на 775-м, максимальные апгрейды. Да. И вот настал момент, который вынуждает меня включить эту камеру, и чтобы мы с тобой сделали сегодня хорошее. Во-первых, расскажи в двух словах, как тебя зовут? Меня зовут Саша, я из этого города. Я каждый день смотрю ваши ролики. Ожидаю ролик в 8 вечера, а то и раньше. Всегда захожу в телефон в это время. Становлюсь одним из первых просмотров. И вообще очень часто сюда бегаю. Вот за это отдельный респект. Давай каждый день мимо проезжаю на самокате. Прям специально. Да я тебе не ты меня периодически пугаешь. Уже там либо рабочий день закончился, ты в окно стучишься. Да. Больше так не делай. Но суть какая? У тебя есть несколько сложностей. И основная сложность у тебя сейчас с ноутбуком, правильно? Да. Даня, давай, когда ты свои эти... с ноутбуком. Расскажи небольшую предысторию, давай сразу перейдем к нему, потому что он у тебя на рабочем столе вот там стоит. Да подходи вон с этой стороны. Ты сегодня главный герой, и сегодня ты будешь делать крутые вещи. Что, расскажи, что за ноутбук, что за у него за судьба, и почему мы тут собрались с тобой? Это ноутбук Lenovo G580, который родители купили вместо компьютера, не мне. В 2013 году, по-моему, купили. Мы с ним ездили на Четыре моря. В Крыму мы с ним были. Когда я, естественно, этот был маленький. Он побывал на четырех морях, в отличие от тебя. Естественно, ну, когда я маленький был. Ага. И в 2022 году я добрался до него. Начал смотреть канал Happy PC. Забрал у папы этот ноутбук со шкафа и пришел сюда. Но чуть ранее я его 4 раза разбирал, 4 раза собирал, вникал во всю эту историю компьютерного железа в маленьком корпусе. Потом я собрал себе компьютер на 775-м сокете. И, конечно же, потом у меня дошли руки до ноутбука. У тебя дошли руки до ноутбука, который... Сейчас стоит тут. Я так понимаю, он... Какая у него проблема основная? Производительность. Маленькая, очень маленькая. Производительное искусство у нас, да? Да. В общем, очень маленькая производительность у данного G580. Какие у него параметры сейчас? Скажи, пожалуйста. У него стоит Celeron. Какой точно, я не знаю. А, давай посмотрим, давай посмотрим. У тебя сейчас это твоя операционная Мне система. Мне лень было запускать параметры, потому что он грузит очень долго. Да я даже не могу браузер закрыть, если честно, сейчас ё-моё. Короче, он у тебя вот так работает. Да. И здесь действительно, он еле только закрыл, наклеечка Intel, соответственно, у нас тут Celeronчик, либо Pentium. Но Celeron тут стоит, да? Да, я смотрел, тут стоит Celeron, тут стоит 2 гигабайта DDR3 памяти. И все получается. И жесткий диск на 500, по-моему. И жесткий диск. И работать за ним невозможно. Да. А для чего этот аппарат вообще нужен? Скажи, пожалуйста, какая основная идея? Основная идея, чтобы я развивался в программировании. Так как дела, которые я делаю, они программируются через Windows. В кружок, в который я хожу по программированию, там все компьютеры на Linux. Естественно, я не могу делать то, что мне надо. Ну, я делаю то, что мне надо, но это не в том смысле, в котором мне нужно. И поэтому я добрался до ноутбука, пришел сюда за апгрейдом и вот пришел. Сколько у тебя деньжищ на апгрейд? 1000 рублей. 1000 рублей. Так, деньги наличкой? Да. Покажи. Пересчитай, узнай. Так, итак, друзья, у нас 1000 рублей на апгрейд.
от крутого парня. О, так, все, 1000 рублей на стол. И давай с тобой думать вместе, дружище, что нам делать. Соответственно, мы уже заранее посмотрели, друзья. Безусловно, я не включал видео, если бы не были уверены, что этот аппарат подлежит апгрейду. У нас здесь всего лишь одной планочкой на 2 гигабайта. Да. У нас здесь какой-то целерончик. У нас здесь обычно жесткий диск. И ты сказал то, что уже как-то смотрел наше видео по подобному апгрейду таких аппаратов. Да, я именно... Что мы там сделали? Вы поставили туда i5 несколько раз. Один раз вы делали апгрейд для мастерской, а второй раз вы делали для какого-то клиента. Я смотрел для клиента, вы поставили i5, SSD-шку и память добавили. Добавили. То же самое с тобой попытаемся повторить сегодня? Естественно. Как думаешь, нам 1000 рублей хватит? Нет. Я папе сказал, что мне в лагерь, я поеду скоро в лагерь, мне нужны новые наушники. Я ему говорю: пап, у меня денег только на один наушник хватает, купи мне один наушник, пожалуйста. В общем, ладно, дружище, итак, давай, вырубай свой аппарат. Я заранее скажу, здесь у нас стоит HM, Ванька, там, по-моему, доставка какая-то, или нет? 76-й. Да, Вань, там доставка какая-то, можешь посмотреть там по зону. Да, HM76 это ерунда. Какие поколения процессоров поддерживают? Целерон, Pentium, i3, i5 и, по-моему, до i7. А какого поколения? Второго или третьего? Третьего, по-моему. И третьего поддерживают, и второго, соответственно. Но мы с тобой будем ставить третьего однозначно, потому что других вариантов нету. И ты этот аппарат полностью сам разбирал. Да. И покажи, что у тебя осталось после того, как ты первый раз разбирал аппарат. Вот, друзья, как аппарат нужно разбирать. Ну, тут несколько штук, это пластик петельки. Да, пластик какой-то. И защелка клавиатуры. У тебя клавиатура не работает после того, как ты разобрал. Да. Я именно начал разбирать из-за того, что я вот так вот делал, и в нем что-то каталось. И я не понимал, что это. Угу. Так, давай, дружище, знаешь, что мы с тобой круто сделаем? Так, возьмем тебе стул, а вот. Да стул не надо, я стою, удобно. Ты стоя сможешь? Да. Ну ладно, мужик, все хорошо. Я его за 10 минут разберу. За 10 минут разберешь? Даже меньше. Даже меньше? Да. Как тебя еще раз зовут? Саша. Саша, ну что-то, мне кажется, ты... Ну ладно, давай так, смотри, отвертка. Хотите, засеките? Ну, давай попробуем, хорошо. Итак, этот аппарат ты сейчас самостоятельно будешь делать апгрейд стоимостью в 1000 рублей. Я тебе буду давать комплектующие, друзья, дружище. И, соответственно, посмотрим, что у тебя получится. У нас единственный один будет момент, потому что нам нужно будет как-нибудь потом в процессе видео подойти к Ване и выпросить у него салазку. Вот, который он-то может и тебе и не дать. Тебе придется как-нибудь к нему найти свой подход. Ну давай... С грозными мужиками я уже имел дело, если честно. Ой, господи ты, боже мой. Ладно, Саня, давай. Погнали. Бедные грозные мужики. Так, только да. Если мне Иван не разрешит клавиатуру поддевать отверткой, то мне нужна еще специальная лабуда, которую вы поддеваете ноутбуки. Ты лабуду можешь одолжить, вас специальная лабуда для Александра. Спасибо. О, божечки. Так, ну что, Александр приступил к деяниям. А я сейчас постараюсь как-нибудь, сейчас камеру положу вот так, и постараюсь вам показать. Вы еще даже не понимаете, я этот ноутбук разбирал отверткой, у которой зубья были уже сломаны. Да ты жесткий, Сань, давай полегче что-нибудь. Ну, бывает такое. Да, сейчас. Ты, главное, да, главное, Сань, не суетись, да, тут важна аккуратность. Итак, ты сколько раз разбирал этот агрегат уже? 4. 4 раза? Да, и из-за того, что нефиг делать было, а в компьютере мама запретила играть. А в компьютер мама запретила играть, а ноутбук 4 раза разбирал, поэтому, да? Да. Я просто в шоке. Уважаемые родители, не запрещайте вашим детям играть в компьютер, иначе они будут разбирать ваши ноутбуки. Я хотела мамин разобрать, когда ее дома не было, но она не захотела. Но я подумала, что мне потом достанется люлей, поэтому я не захотела. О, вот жесткий диск вообще горячий. Угу. Это... Так, Сань, сколько тебе лет? 13 исполнилось в апреле. Все, да ты взрослый же мужик. Мне на день рождения подарили в общей сумме 30 тысяч рублей, если и от друзей. Ты что с ними сделал? А почему нам, говорит, 1000 всего осталось? Да я же компьютер себе собрал, вы забыли. А, точно. Точно. Так ты подожди, апгрейдил 75-й, а потом мы другую материю еще ставили. Так, мне нужна пинцет какой-нибудь. Я винтик не могу достать. Ты еще винтик достал? Угу. Я, получается, забрал у бабушки компьютер, как только начал в этом хоть что-то понимать. Потом
Получается, я купил блок питания на 500. Потом я 4 раза ходил к Никите. Он мне любезно помог. 4 раза. Первый раз мы проконсультировались, что рабочее, что нет. Да, да, я пока наведусь на Никиту. 4 раза ты помогал Саше любезно, Никитос. 4 раза? 4 раза. Ты что, с первого помочь не мог? Нет, это я с первого не сказал, что мне нужно сделать. Все, я понял. В общем, Никита, я 4 раза выручал. Да. Главное, что у этого ноутбука, там, короче, под клавиатурой, получается, под клавиатурой такая лабуда под наклейкой винтик. Что за слово такое лабуда? Я, короче, разбираю, смотрю, что-то эта крышка не Ага. Смотрю, вот эта крышка, которая должна, по идее, сниматься, не снимается. Смотрю, там наклейка какая-то есть. Чувствую, что именно в этом месте оно и не хочет поддаваться. Смотрю, а там под наклейкой, там еще винтик. Еще винтик, спрятанный оказался. То есть в ноутбуке, который у вас там был, у вас такого там не было. Так, нет, я с этой стороны сниму. Ты рассказал то, что отверткой, да, выломал клавиатуру? Да, я все делал плоской отверткой, маленькой такой прям. Вот. Ух ты. Шлейфик, он не заходит. Так, да, потому что у тебя пластик ты оторвал, когда разбирал прошлые разы, да? Какой вот. Клавиатура целая должна быть. Вот, я вам покажу. Угу. Вот. Тут была наклейка Lenovo чисто вот так. Ну да, это потому что аппарат ни разу не разбирался у тебя. То я есть, это исправил. Ты был первым. Ты был первым. Там с порцом же, да, Никитос? Да, с порцом ставить. Ну, все, отлично, да. Угу. Все. Ой, еще один. Спасибо, до свидания. Да, да, счастливо. Как вы этой штукой делаете? Можно мне вот это сделать, пожалуйста? Дружище, твой ноутбук, да, делай, ты сегодня в главных ролях. По полной катушке. А вы вот наглядно, друзья, можете посмотреть, как парень 13 лет разбирает свой G580 Lenovo в пятый раз, чтобы сделать апгрейд. Мы тебе, дружище, 1000 рублей. Это мощно. Это но поскольку мощно. Ты наш подписчик, ты человек, который проявил такую инициативу. Я вот кстати, за 4 год 4, я все 5 ваши ролики прошло. Пересмотрел. Все ролики за год? Да. Вы не представляете. Блин, меня сейчас еще в комментах убьют, что я 1000 рублей взял за это. Так, но, дружище, мы тебе сделаем крутой момент. У тебя там стоит какой-то несчастный Целерон. Да где же трез? Я тебе, дружище, презентую i5 3210. Это третье поколение, это очень круто. Это очень круто, дружище. 3210, это у тебя будет сразу 4000-ная графика. Это я смотрел по вашему ролику. Да, это у тебя будет сразу 4 ядрышка. Это будет, ну, так, скажем так, это будет ощутимо. Это ощутимо, особенно для меня. О, да. И если ты будешь заниматься программированием... Особенно я буду все время вспоминать, что это за 1000 рублей. Да, и... Я буду вообще плакать, когда я буду заниматься на этом ноутбуке. Ну, плакать не нужно. Так, да, доставай материнскую плату. Плакать в хорошем смысле. Да, и я тебе даю i5, дружище. Даю i5. Засовывай сюда его. И ты сказал, тебе папа термопасту забрал? Нет. Я ее нашел. Но я побоялся у папы спрашивать, можно ли мне ее взять. Ничего себе. Прям запечатанная в упаковочке. Ладно, не будем, соответственно, вон, Серега любезно нам дает. Мы выручаем Сашу. MXT вторую. Пойдет. Лянь, какой здоровый тюбик. Данька, там со звуком все нормально пишет? Можно ли он? Говорим. Вон наш оператор. Все отлично. Ну что, ты уже на финишной прямой? Конечно. То есть ты сейчас будешь вставлять i5 вместо своего Целерона? Я вам сейчас покажу, сколько там термопасты. Вы удивитесь. Я когда последний раз его разбирал, по-моему, на прошлой неделе, да? Угу. Нет, на этой. Сегодня же какой день? Понедельник. Да, на прошлой неделе. Я его разбирал. Я просто со всей медной пластины вот так вот в центр скинул всю термопасту, которая уже высохла, и в центр ее.
И, соответственно, она прижалась. Ну, должно было. Так, это, по идее, так отходит. Сколько там у меня еще времени остается? А, слушай, ну, у тебя еще остается, если ты говорил, за 10 минут разберешь, и я там через минутку начал примерно. Сейчас уже прошло примерно 7 минут с момента начала. Ну, ты близок, близок. Но не сутись. Главное тут ничего не выломать. Главное аккуратненько это сделать. Снять там все нюансы, чтобы... Потому что скорость здесь, это, конечно, прикольно, но основная задача, чтобы ты все сделал правильно. И ничего не повредил своему ноутбуку. Вот. И это было у нас все четко. Вот так вот, друзья. В 13 лет вы вообще в состоянии самостоятельно до винтика разобрать свой агрегат. Немножко ты, конечно, поспешил, что оторвал, да, там, заглушечки. Где? Ну, с клавиатурой. Ну, в тот раз. Это да. Вот. Я, кстати, хотел у вас спросить все время. Под каким-то роликом, я не помню под каким, но вы сказали, что приходите к нам на работу, будете работать за бесплатно. Я готов. Ты готов работать за бесплатно? Да. Ваня как раз хотел себе в труженике байкера какого-нибудь. Потому что дома... Ну, я наполовину байкер, я на самокате каждый день катаюсь. Так. Вот единственное, я не уверен с точки зрения законодательства, в 13 лет можно ли работать? Или... Я бесплатно, я на профилактику буду компы принимать, потому что дома компьютер есть у меня, у мамы и все. А, ну у бабушки и у дедушки там ноутбук. В общем, много профилактик не наделаешься, да? Да. Слушай, ну нам придется голосовать в комментариях. Надо изучить законодательную базу за эксплуатацию бесплатного детского ну, труда. Ну, я к вам скоро приду, через денька два, может, сегодня еще приеду. А что такое? А что, я кататься-то буду на самокате. Все, ты будешь я к вам в окошко кружить вокруг. Я с другом катаюсь, я к вам. Ну, ты только в окна не стучи в конце рабочего дня, а то страшно. Вот, все. А, сухая намертво термопаста. Ну, да, слушай, с айпетом тебе придется... ты что, обкуришь? Да, тряпочку. Все нормально. Я понимаю, что не такой чистый. А где тряпочку взять? Ну, давай сначала доставай тот, вставляй i5. Так, уронили уже что-то там. Все нормально. Так, i5. Так, и у тебя всего лишь душечка оператива, да? Да. Грусть печаль оперативы. Так, Саня, скажи, ты хорошим человеком вырастешь? Конечно. Программистом буду. Программистом? Будешь людям помогать? Конечно. Все. Буду бабушке госуслуги настраивать. Бабушке госуслуги настраивать? Ну, отлично. Так, давай, по ключику. По ключику. Давай, дружище, закрывай замочек. Ну, смотрите, все самостоятельно, Саня, просто... Я его, может, еще... Нет, не успею собрать обратно. За 10 минут ты его разобрал, уже вставил проц. Так, да, носи термопасточку. Сейчас мы прервемся чуть, зачистим вот систему охлаждения, обязательно прочистим. Вот, и от этого уже будем оттолкнуться. И в принципе, то есть... Обратная... А оно как снимается? А, это да, на себя просто. Да, выкрути в себя. Угу. Не получается. Угу. Сейчас. Ага. Держи. А, ну поэтому вы зубами все делаете. Да. Немножечко термопасты. Ну и что, у нас будет обратная процедура. Единственный момент, нужно скрепление клавиатуры еще будет подразобраться. В этом я тебе немножко помогу. И посмотрим, заведется этот красавчик или нет. Но пока что ты за 10 минут действительно справился, разобрал аппарат. Ну, нормально же, да? А? Ну, многоватенько немножко, но ничего страшного. Как говорится, больше не меньше, поэтому там чуть-чуть растечется, будет не критично. Тряпочка. Да, сейчас тряпочка, вычищаем охлад и будем собирать. Так, ну что, Саня? Расскажи, как оно. Ты, я смотрю, пособрал уже полностью. Да. И можно тебя уже поздравить, потому что... Сейчас вот так я перебегу. У нас запустился вот этот вот красавчик. У тебя теперь i5 3210M. Который что? Который лучше, чем Celeron. Однозначно. И позволит тебе программировать, это точно. По сравнению с тем, что было, этот аппарат стал гораздо более живой. Да. Но у нас остается с тобой до сих пор проблема. Это 2 гигабайта ОЗУ и это обычный жесткий диск, да? Твой. Да. Да. Твой сейчас загрузился. Поэтому, дружище, что мы сейчас делаем? Я к тебе уже заранее подготовил
презентуем тебе SSD, включая туда же. Так что врубай, врубай. С клавиатуркой мы подразберемся, я вот эту штучку тебе вставлю, чтобы у тебя там было все более-менее нормально. Вырубай, вставляй сразу SSD, но перед тем, как ты это сделаешь, беги к Ване. И попробуй у байкера выпросить. Тебе нужна, дружище, OptiBay, так называемая салазка, чтобы ты жесткий вместо дисковода поставил. Ну вот попробуй попросить. Ваня, дай, пожалуйста. Талистически перекрестился. Тонко или толстая? Тонко или толстая? Толстая. 12,5 или 9,5? 9,5 лучше. Не, это тонкая, мужик. Нет, нужна толстая. Это поколение никогда не может определиться. Ну все, молодец. Выпросил у Вани салазку. Это означает то, что теперь у тебя следующая процедура достаточно, как говорится, ясная и понятная. Жесткий сюда, SSD-шку, дружище, вставляй, чтобы это было уже по красоте. И я последнее, что сделаю, конечно, назовем просто, не знаю, надеюсь, ты будешь хорошим человеком, Саня. Я уже хороший человек. Все. Вопросов тогда никаких. Сделаем тебе еще сейчас хороший ништяк по оперативной памяти. Я думаю, ты будешь очень приятно удивлен. Если там будет 16 гигабайт, я буду очень удивлен. Нет, это ты губу закатай обратно, 16 гигабайт. Такой размер. Но кое-что, по-моему, мы тут можем. У нас тут... А? Серьезно? То, что нужно, да? Мы возьмем вот так вот и презентуем к двушке еще вот такую вот красотку. Это будет, конечно, шикардос, друзья, для Александра. Потому что, конечно же, это сейчас... Ронин, давайте сделаем по красоте. Все же, если ты будешь там чего-то программировать, компилировать, у тебя слот еще есть свободен, но теперь опять это вытянет без проблем. Я тебе презентую планку на 8 гигов DDR3. У тебя теперь будет не 2, а 10. 8 гигов. 5 раз мы тебе увеличим объем оперативной памяти, Саш. Но это как в ролике с апгрейдом ПК для танкиста. Но при условии, что ты не будешь никого обижать и будешь хорошим человеком. Я могу обижать только своего брата, если он меня выбесит, и все. Справедливо, да, сказал? А брат младший или старший? Младший, конечно. Да, конечно, младший. Ну все. Хорошо, Сашка. Хорошо, что его сейчас нету. Да? Да. Итак, апгрейд ты молодец, своими руками уже полностью фактически делаешь. Сейчас SSD-шечку вставляешь, перекручиваешь. Оперативку давай тоже проверим. Давай я тебе помогу все же хоть чем-то. Помимо того, что я тебе подкидывал железяки, вставлю оперативочку вот сюда по красоте. И что она мне не вставляется? А во, все красиво. Вот, и с клавиатуркой нужно будет разобраться. Дружище, и на наших глазах ты сделал себе более мощную видюху. Более мощную, потому что она встроена, более мощная встройка. Более мощный процессор. Больше оперативы в 5 раз. И в 5 раз быстрее запуск скорости чтения, потому что у тебя теперь SSD будет. И при этом у тебя объем сохраняется, потому что твой жесткий диск идет с салазку вместо дисковода. Да, и у меня вопрос. Может, с жесткого винду удалить? Ну, я думаю, с этим ты уже решишься, разберешься, потому что если ты смог сделать сегодня этот апгрейд, где винтики? Главный вопрос, где винтики? Никогда не теряй винтики, да. То получается, в целом, это максимальный, я бы сказал, апгрейд. Я только дисковод тоже с собой домой заберу, если там вдруг надо. Безусловно, дисковод забираешь, чтобы ты мог переключить. Потому что дисковод, он только у мамы есть в компьютере, и вот здесь. Может пригодиться, да? Да. Ну, хорошо, давай. Редко, но... Но, тем не менее, но метко. Попробуй сейчас, в принципе, да, я думаю, ты перекрутишь жесткие сюда без проблем. Попробуй сейчас просто запустить с SSD-шкой, с оперативной памятью, прям переверни его. Да, давай. Просто запустить даже без аккумулятора. Не, без аккумулятора он не запускается. Как это не запускается? Да не обманывай меня. Мама звонит. Да, пока звонит мама, запусти. Трубку от мамы не взял, вот это плохо. Попробуй, давай, запусти. Не хочет он так. Почему у тебя без аккумулятора не запускается? А у тебя точно там зарядка потом идет? Ну ладно, хорошо, подключай аккумулятор, вообще странно. Должно так у тебя... все работает отлично. Должно у тебя запускаться. Ну давай. Давай посмотрим. Давай, врубайся. Посмотрим. Мне очень важно, чтобы сейчас с оперативочкой все же определилось у нас. Выдало изображение, так кулер завращался. Он, кстати, очень тихий, и кулер именно.
Так, ну, сейчас, возможно, у тебя будет чуть-чуть более жаркий, потому что крутиться он начнет. Как сказать, слушай, мы загружаемся. Да, так, не той стороной вставляешь, да, вот так вот. Угу. Я уже понял. Да, аккуратненько. Все, отлично. Винтиков нету. Винтиков найдем тебе сейчас. И смотри, ты уже запустился в систему операционную. У меня на компьютере точно такая же. Хэппи? Да. Правильно. Никита ставил. Вот. Оно, главное, через флешку не хотело, а надо было чисто на SSD. Ну что, давай мы с тобой сейчас презентуй. Значит так. Давай. Это компьютер собственного апгрейда за деньги Happy PC. За 1000 рублей, давай так. Я с тебя 1000 возьму все же, чтобы было так, чтобы ты почувствовал. Ты же сам эту 1000 заработал, твои деньги. Ну, там, подарили. Ну, что это, ну, как бы, за... Деньги появляются двумя способами. Или ты их зарабатываешь, или тебе их дарят. Я пока что не зарабатываю. Соответственно, подарили деньги. Я с брата кую деньги, дал ему 500 рублей в долг. Месяц прошел, а проценты-то капают. Он мне не отдает. Вот это бизнес. А так только дарят. Так, ладно, хороший ты человек. Давай, показывай, что мы с тобой по итогу сделали. Мне нужно увидеть SSD, я вижу. Зачем вы сюда зашли? Я не понимаю. Надо же через параметры, по идее. Слушай, ну можно и так, конечно, хорошо. Просто... Так. Я так не умею заходить. Ну ладно, там это просто... Ты можешь просто тут щелкнуть свойства, смотри, в принципе, это максимально... Да, вот. Да? И все, и дал, и ты залетел. 10 гигабайт. Дружище, ну что я тебе могу сказать? Поздравляю, i5, 10 гигов, SSD-шка. Плюс сейчас жесткий пойдет салазку. Мы с тобой сделали максимально адекватный апгрейд. То есть, конечно, инвестировать в нее еще можно, даже i7 попробовать. Но будет перегреваться, смысла большого нету для такого аппарата, мне кажется, это с головой. То есть нам сейчас осталось, ну это я уже за кадром, наверное, сделаю, потому что большого смысла не имеет на это отдельно подснимать. То есть восстановить ее клавиатуру, которую ты отодрал. У тебя остались какие-то винты? Да. Да что ж такое, я не смотрю. А 1000 рублей ты еще спрятал, а ну верни. Нет, я спрятал, чтобы... Вот, еще 4 винтика. Слишком много у тебя винтиков осталось. Я не усмотрел 6. За тобой. 6 винтов? Да. Ну ладно, ты их не выкидывай. А было еще больше. То есть ты докрутил там уже частично. Ну что ж, это хорошо. По итогу аппарат полностью проапгрейдили, друзья. Полностью вот такой. И смотри, аппарат сам по себе, это примерно моделька 2012 года, 2011-2012 года, и 10 лет ей на сегодняшний момент. С точки зрения вот, надежности, как тебе кажется, вот этот Lenovo G580, хороший будет вариант? Отлично, если его разобрать и вытащить вот эти штуки, которые там гремят. То все будет четенько работать. Все будет отлично. Ну, я себе еще скажу, друзья, да, вот можно спросить, насколько... О, Миш, мы тебя как раз ждали, привет, дружище. Да, насколько целесообразны такие апгрейды, я скажу однозначно да. То есть, если этот апгрейд стоит 1000 рублей, это вообще идеально. Вот, безусловно, вам он выйдет чуть подороже, если будет делать, потому что рассчитывайте стоимость SSD-шки, планки оперативной памяти, ну, можно так даже посчитать. Допустим, SSD-шка 1,5-2 рубля, оперативная память от 2 до 3 тысяч рублей, такая на 8 гигов стоит. Если, что мы еще вставлялись с тобой? Процессор стоит около, ну, я так скажу, до 2000 рублей такие. То есть можете посчитать примерно, на что это дело годится. Так что, ну, не считая там каких-то работ выполненных, все равно апгрейд целесообразен, аппаратик того стоит. Последнее словечко от тебя, Сань. Большое спасибо, Happy PC. Это неоднократно. Я к вам еще приду. Компьютер буду за 1000 рублей. Я тебе могу сказать, Сань, то, что для своих 13 лет это у тебя очень хорошо работает голова. И крутить отверткой ты уже умеешь. Это большой задел. Брата младшего не обижай. Вот. И это спасибо тебе, что ты нас смотришь. Пусть это будет небольшой вот такой приятный презент. Вот. Все, ты остался без 1000 рублей, зато у тебя круто прокачанный комп. Зато я доволен и не буду мучить папу. Давай, пока-пока.